Всем привет, с вами Илья Тер. Если вы установили игру «Властелин колец. Битва за Средиземье» две части и столкнулись с ошибкой при запуске, то это видео специально для вас, потому что в этом видео я расскажу, как исправить ошибку в этой игре. Приятного вам просмотра, ну поехали! Сейчас я запущу первую часть, и я вам покажу эту ошибку и как ее исправить. И вот, как мы можем с вами увидеть, такая вот ошибка. Она нам больше не нужна. Закрываем. Далее нам понадобится скачать один файл под названием options.ini, которую я оставлю в описании. Вирусов на нем никаких нету, поэтому можно не переживать. После того, как мы его скачали, дальше нам понадобится папка, созданная уже самой игрой. My Battle for Middle. В ней ничего нету, так и должно быть. Далее мы переносим наш файл, который мы скачали ранее, options.ini, в эту папку. Дальше мы можем с вами ее закрыть, она нам больше не понадобится. И все, игра исправлена, можем проверять. Игра запускается, можем увидеть, что ошибки теперь нету. И можно теперь играть. Теперь мы с вами попробуем исправить вторую часть. Также нам нужно скачать папку с файлами под названием Lotter, которая тоже будет в описании, и перекинуть с этой папки в папку, созданную уже самой игрой. My Battle for Middle 2. И после того, как мы все перекинули, нам нужно открыть файл Options. И в строке Resolution нам нужно вписать такое вот разрешение. 1280x1024. Ну и все. Игра исправлена. Можем проверить. И как мы можем увидеть, что игра тоже запустилась. Поздравляю, мы запустили две части. Спасибо, кто досмотрел это видео до самого конца. Кому помог, поставь лайк, подпишись на канал. А с вами был Илья Тер. Всем пока-пока.